Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Splinter Cell Blacklist. Так, давайте так, один. Алмазная шахта. Давай. Так, начать инструктаж. Информация подтвердилась. Посмотрим, что это у нас. Так. Ну давай. А, вспомнил, да, действительно, была такая алмазная шахта, так. Точно, точно. Подожди, это внутри же надо там лазить какие-то роботы, надо эти было взять. Так, я на месте. Которые помехи-то создают. На связи, докладывай. Так, я у завода по обработке кимберлита. Вокруг полно патрулей. Похоже, и для снайпера у них место нашлось. Придется зачистить тут все, прежде чем спускаться. Конечно. Убивать или нет, решай сам. Остальные цели. Да, конечно, убивать. Если верить Кобину, да. Так что оставайся незамеченным, а то сбегут. Так, чуть повыше, чтобы можно было хорошо прицелиться. Так. Блин. Дело в том, что они могут вызвать, да, подмогу? Так, а он не успел, да, передать? Ну, это хорошо. Так, у нас тут вверху тайника нету. Если хотите, можете вот по этой трубе ползать. Вот, проползли сюда, потом поднялись на эту, ползите по этой. В принципе, несложно ползать-то. Просто лень. Есть два пути. Через дробилку или через дверь? Через дробилку. Ну-ка, у тебя есть патроны? Ну вот, немножко патронов. Давай. Через дверь. Хотя, подождите. Блин, блинский. Ладно, пойдем уж. Через дверь, через дверь. Не туда, ладно. Да, внутри. Хорошо. Эти механизмы дробят руду из шахты. Я бы не советовала в них соваться. Зачем идти здесь? Вход в шахту с другой стороны здания. Внутри тебя не так видно, как снаружи. Ну. Так. Ой-ой-ой. А меня-то видели, да? Вы обнаружены. Противник вызвал подкрепление. Вот это плохо, что он вызвал подкрепление. Да ёж твою мать-то. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. А, черт. Блин, чуть не завалили. А вот собаки это плохо. Так. Где ты, где ты? Ну-ка, проверяем, проверяем, где ты? Блин, нам наверх будете. Ага, вы не пойдете, да, сюда? Оп. Это кто меня там так? Ага, кто-то есть.
Подожди-ка, подожди. А, тут понял. 10 человек вообще по всему заводу. А не то, что здесь на одном складе. Ну давай, ладно, чё. Раз затеяли резню. Так. Что тебе отвечать-то? Зачем? Что у вас происходит? Доложите! Хопа! Смотри, что происходит. Ни хрена ты! Вот тебе и раз. Забавный паренек. Давай. Где ты? Ну я тебя вижу, вон ты бегаешь. Но наверх ты тоже не поднимешься, да? Вау. Так. На. Минус два. Так. Осталось 5 бойцов противника. Давай, давай, давай. Что это такое? Что за... Ага. Меня то нажал. Так, этот внизу уходит. Нормально, сейчас они меня там пусть ищут пока. 4 врага. Господи, это мелочи. Блин, ну давай, давай, я же вижу тебя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спокойненько. На. Двое осталось. Остался всего один. Ну вот сейчас мы его захреначим. Подождите, подождите. Он на улице. Надо выйти, да? Так, внизу камера. Дверь открывается? Блин, там, ага, сейчас. Так, ладно. Ищем способ, как можно отсюда выйти. А, вот. Подожди, где ты? Да, блин. Че, мы так будем ходить друг за дружкой, что ли? Ой, нет. Подожди. Похоже, наверху вот так чисто. Поняла. Проще всего попасть в шахту будет через вентиляцию. Она рядом с вами. Я думал, так. Давай. Сэм, это же классика. Ну давай, 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 классика. Кстати, по поводу классики. Ой. Да. Классика, это хорошо. Подождите, а я не могу здесь нигде. Проход. Ну пойдем, ладно. Я просто думал, может где-то пополнение запаса есть у меня. Ну раз уж нету, то ладно. Поехали. Вот в туннеле будет сейчас интересненько. Так. Если войти можно только здесь, то как потом выйти? Грим, есть варианты?
только один. Это не радует. Ну, можно было бы, конечно, установить взрывчатку наверху шахты и запечатать врага внутри. Но кое-кто отказался. А тактики позже. Ищем варианты. Если бы они были. Давай. Так, мы спустились. Ага. Ну, пополнение запаса может быть. Что так низко-то, блин? Падать. Так, вот здесь не надо спешить. Грим, мы идем в основную часть. Скорее ага. всего, она хорошо охраняется. Добыча алмазов дело серьезное. Так, у них тут дроны какие-то есть, точно я вспомнил, блин, летающие, мне надо ММ, блин, шумилки всякие брать. Ну давай, ладно. Пока же идем. Так, я что-то не ту нажал, у меня почему очередь такая? Непрерывная стрельба. О, непрерывная стрельба. Осталось 8. Это вот здесь хорошо подходит, знаете что? Считалочка. 10 негритят. Кто знает ее или видел фильм. Вот, можете пользоваться. То же самое будет, как в Брат 2. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Да, блин. Давай. Держись. Блин. На. Блин. Держи, блин, отсюда. А, точно, я же оттуда, блин, буду. Все из-за того, что. Ох, ладно, поближе буду подходить, чтобы гасить вас. Грим, мы идем в основную часть. Скорее всего, она хорошо охраняется. Добыча алмазов дело серьезное. Так. Переходим. Что тут у нас еще есть? Так. Ну, блин, только не вызывайте вот этих роботов-то. Где ты, падла, был-то? Находился-то где-то здесь? Нет, стоял? Нет. И вроде там подалече стоял где-то. Помехи. Близкий создает помехи. Ладно, так, усыпляющий газ нет. Эми, помехи. Тихо. Опа. Давай. Где ты? Маленький робот еще этот.
Как там спуститься-то или что? Опа. Подождите. Эти камеры вообще никак не отключить. Вырубился. Так. Давай-ка вот так. У нас там еще есть. Давай, давай, проходим сюда. 4 осталось. Давай-ка тебя теперь выманим. Так. А как тебя выманить? А вот так вот мы машинку твою подобьем. Дрон дох, совсем дох. На. Пока есть. Осталось трое. Один из них впереди. Или что-то, или машинка эта катается. Они вас обнаружили и вызвали подмогу. Да, блин. Что за гребаные машинки этой? Уходим, уходим. Нет, нет, нет. Подожди. Вот у меня есть бесконтактная мина. Так. А еще у меня есть усыпляющий газ остался. На. Пока нормально. А вот так надо было его гасить. Что у меня еще осталось? Пошла тебе камера на пользу. Так. Пока нормально иду. Блин, что у меня еще остался? У меня дрон остался. Ну, с дроном-то я много не проживу. Так. А их 8 еще целых. И у них гранаты по-любому.
Так. Что случилось? Прием! Подожди, прием, я тебе дам прием. Кто-нибудь, отзовитесь! Так. Блин. Так вот и будем лазить. Нифига не прицелился. Сектор почти зачищен. И почти. Выстрелы! Стреляют точно оттуда! Откуда? Оттуда. Никуда не денется, урод. Ой-ой-ой-ой-ой, подождите. Грим, тебе важно, где так? Я добываю данные? Если нет, у меня есть кое-что. Спокойно. Так. Трое, только не завалить бы дело все. Так. Так. Похоже, остался всего один противник. Блин. Давай. Он не вылезет сам, да? Все чисто, Грим. Я скажу властям, что теперь тут безопасно, а тебя пора забирать. Все. Вот такой вот уровень. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей стычке. Пока!